И снова всем здрасте. Вот мы выбрались наконец-то в Косогор. Решили посмотреть, что у нас тут выросло. А выросло тут... Сейчас все покажу, расскажу. Борщевик прет. Сибирский. Или сосновский. Хер его знает. Короче, вот такой он уже высокий, здоровый. Вот эти вот у него лопухи такие. Грибов мы пока не видим. Но видим мы вот что. Земляника у нас маленько начала вылазить. Вернее, спеть. Ее мало тут. Ну, пособирать можно. Вот тут она растет. Вот она. Махочка. Совсем мало ее. Так вот ходишь лужайку за лужайкой и глядишь, к вечеру ведро наберем. Если получится. Это сергозы ползает, а вон оно. Кочка муравьиная. Сегодня ветерок, хорошо у нас. Комары не грызут. Собираем дальше.